Всем привет! Вы на канале Тыков КТВ. И сегодня я снимаю третью серию замечательного сезона, второго сезона Грангильда и ее тайный поклонник. И что, поехали! Блин, ребята, мне кажется, уже темнеет. Давайте где-нибудь остановимся. Я не хочу лететь до нашей базы, это слишком долго, и мне лень. Ты согласен, Кривоклык? Ну, я вижу, вам просто лень лететь. Да, Дневная Фурия? Ну, а мы с Бесубиком думаем, что... как бы... лучше остаться, вот. Ты серьезно, Икинг? Да, серьезно, Астрид. Нам лучше остаться. Потому что Друм Грангильда прилетит сюда. И она может остановиться. Тоже верно. Ладно, остаемся. Ура! Да, ура! Тогда надо хотя бы что-то сделать или подготовить. Нарубим дерево. Так, 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 так. Так, вроде как сделала костер, да, нормально. А теперь, Кривоклык, подожги! Ха-ха, я молодец! Кто молодец? Я молодец! Так, пожалуйста, огонь готов! Ну, хоть какая-то от тебя польза есть. А, спасибо. Что? А, ладно, пойду еще за дровами. Экинг, я молодец. О, кто бы сомневался. Да. Так, короче, я немножечко нарубила и оставила вон там. Хорошо, иди сюда тогда. Вы слышали? Это Грангильда, Грангильда, я тут, Грангильда! Что? О, привет, Грангильда, это я. Ай, да что такое? О, Грангильда, я тебя тоже очень рад видеть. Девочка, лети ко мне, лети, лети, лети. Я так рада, что ты пришла. Девочка моя. Ну вот, я вижу все сборы, вот и хорошо. Можно будет нормально отдохнуть. О, как? Нет, не все в сборе. Кого нам еще для полного счастья не хватает? Ну, вообще-то, если ты не знаешь, появился кое-кто еще. Да что ж такое? Сначала Дневная Фурия, а теперь еще кто-то. Интересно, кто же еще? Ну, думаю, Крамгильда нам сама покажет. Крамгильда, позови его. Крамгильда, ты чего? Странно, что-то она не хочет. Тогда я позову. Что? Что? Нет, нет! Смертохват, прячьтесь! Он чуть меня не попал! Смертохват, стой! Смертохват, стой! Смертохват, стой! Смертохват, стой! Хватит вам двоим. Помогите, мамочки, помогите, мамочки! У меня есть оружие, а ну пошел! О! Опа. Все, кажется, я его завалил. А, Кривоклык, да хватит. Нет, стоп. Кривоклык, даже не смей. Я не понял. Так, значит, сначала Дневная Фурия, а теперь еще и Смертохват, и одни из опаснейших драконов. Что вы вообще, с ума что ли посходили тут, а? Нет, просто произошло... такой случай. И теперь Смертохват наш друг. О, Господи, зачем я вернулся? Нет, летал бы, отдыхал бы по всему миру. Нет, прилетел к вам. Ну, зато нам не скучно. Еще наш друг. Ага, таких друзей, на которых нападает. Ну, спасибо. Хорошие у меня друзья.
А тебе смешно, ну конечно. Ведь на тебя только один раз напали, а на меня все нападают, конечно. Я ведь такой подозрительный человек, что на меня должны все нападать. Ага, смешно. Так, ну ладно, теперь все в сборе. Что будем делать? Как что? Давайте уже отдохнем или не знаю что. А? Вы слышали этот звук? Какой? Какой? Да вы реально не слышали звук? Какой? Ладно, наверное, мне показалось. Надо уже успокоиться. Успокоиться. Приветики! Ха-ха-ха-ха-ха! Что, беззубик? Кромгильда! Кривоклык! А вот и попался твой кривоклык. А, что? Что? Эй, что ты творишь? Что ты творишь? А, проснулся, на нас тут напали, а он тут спит. Что это было? Сморкала. Ладно, хорошо, давайте и правда уже куда-нибудь полетим. Нас тут слишком много. Прилетели. Да, база у вас шикарный, лес кругом. Это просто такое место. Я же говорю, мы вечно переезжаем в разные места, чтобы нас никто не нашел. Дневная фурия или чеснок? Да, дневная фурия все же прикольная. Привет, девочка, помнишь меня? Я тоже тебя помню. Пойдем подальше. Грангильда, ой, Астрид, где вы? Где вы? Да здесь мы, все хорошо. Да, странно, ведь Кримль вроде бы мертв. Да, конечно, видели мы, как он мертв. Да, но Скрил защитил нас, молодец. А, да, кстати, а где Смертохват? Мамочки, пусть он не будет со мной стоять рядом, я его боюсь. О, господи. Так, Астрид, меняемся местами. Меняемся местами. Мне надо поменяться местами. Ой, да ладно тебе, испугался. Так, все. Да, странно, Гримель жив, а это еще хуже. Ну, причем еще лучше вернулся с Маркала, да, еще хуже. Чего? Так, ладно, давайте не будем ссориться, потому что, как бы, у нас сейчас и ситуация не очень, ну, еще кое-что плохое. Что? Я на днях планировал нам построить базу, но теперь это нереально сделать, потому что нам придется опять защищаться от Гримеля. Ну, блин. Ой, плохо. Как я поняла, сморкала, вообще ничего не понимает. Ага. Ай, так, хорошо. Давайте подумаем логически. Скрилл еще один дракон, который на нашей стороне. Значит, его можно к нам принять. Ну, позвать к нам. Да, хорошая идея, Грамгильда. Да хватит, да что у вас происходит? Смертохват, нет. А, что за... Да хватит вам всем, хватит, эй. Эй, тихо, тихо. Да что? Эй, спокойно, да что вы толкаетесь все, а? Спокойно. Так, тут надо нам вмешаться. Хватит! Вы что, хотите, чтобы мы тут все полегли? Вы что, издеваетесь, а? Мы так думаем план, как нам защититься от Кремля, а вы тут играетесь, да? Смешно. Астрид, прости. Да, прости, это вообще всего дневная фурия.
Ты спокойная, спокойная. Я пошутил. Ха-ха-ха, смешно. Да? Так. Давайте все будем тихо, спокойно разбираться, что нам делать. Давайте, давайте. Фу. Во-первых, Скрилл и Смертохат. Если вы двое не можете работать сообща, то мы вас заставим работать сообща, ясно? И вообще, я думаю, Скрилл, так как он очень хороший, будет работать в команде с Крангелли. Так, да, он будет с ней работать в команде. Все, спокойно. А ты будешь работать в команде с Маркалой. Не бойся, это не так ужасно. Так. Ну, понятно, Икинг с Беззубиком с кем в команде. Да, мы с дневной фурией, мы это уже поняли. Поэтому мы делимся все, ну, по три команды. И будем сейчас как-то смотреть территорию, так скажем. Кто куда? Так, откуда пришел Гриммель? Он пришел где-то, наверное, с юга, не знаю. Так, мы тогда полетим на юг. Мы на север тогда полетим. А мы на восток. О. Ну вот и правильно, все, полетели тогда, полетели. Ну все, надеюсь, все будет хорошо. Если вам понравилась эта серия, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, не забудьте нажать на колокольчик, не ждите новой серии. И напишите обязательно, доверяет ли Скриллу, или это была какая-то постановка. И всем пока! 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 Жми на follow, лайкни меня.